С 1 апреля 2013 года трудовые пенсии будут проиндексированы на 3,3%, сообщил глава Минтруда России Максим Топилин на расширенном заседании правления Пенсионного фонда, посвященном итогам работы в 2012 году. Размер индексации социальных пенсий еще обсуждается с Минфином, отметил министр. Добавлю, в текущем году пенсии будут повышены 2 раза. Первая индексация была проведена в феврале. Трудовые пенсии россиян выросли на 6,6%, в результате чего средний размер трудовой пенсии по старости составил 10 400 рублей.